Вот уже в 46-й раз редакция газеты «Технополис» проводит легкоатлетическую эстафету. В этом году главным талисманом забега был символ дзюдо. После выступления ректора ЮРГУ Александра Шестакова на старт вышли не только студенты смешанных команд факультетов, но и сотрудники университета. Очень приятно порадовали, конечно, команды преподавателей и сотрудников, которые в таком дружном ключе 13 команд выставили. То есть они показали всем тем ребятам, именно специально в первом забеге они, что спортом необходимо заниматься. По словам участников забега, именно радостные возгласы болельщиков, расслабляющая музыка и подбадривающие слова судей помогли им одержать победу. Я считаю, что для каждого студента важно заниматься спортом, потому что для кого-то это хобби, для кого-то это вся жизнь, а кому-то это просто помогает быть в хорошей форме. И это действительно интересно, это как-то вносит разнообразие в жизнь, не все же время учиться. Бешеные впечатления, мы как всегда победили. Вот я участвую 4-й год подряд. Всегда только наш факультет занимает первое место в общем зачете среди первых, вторых, третьих курсов. Всем участникам забега были вручены благодарности и награды. Студенты признались, что они с удовольствием примут участие в этом соревновании в следующем году.